В Башкортостане на развитие туризма дополнительно выделят более 30 миллионов рублей. Бюджетные средства направят на строительство 3 многофункциональных визит-центров в Уфе и покупку туристического микроавтобуса. По словам министра предпринимательства и туризма республики Рустема Авзалова, туристические центры позволят жителям и гостям Башкортостана оперативно получить информацию о местных форматах отдыха и экскурсионных программах. Кроме того, визит-центры помогут нарастить турпоток и расширить предпринимательскую деятельность в сфере торговли и услуг. Напомню, в этом году на поддержку туристической отрасли направят 780 миллионов рублей, в том числе 370 миллионов из федерального бюджета. Средства, в частности, пойдут на создание туристических кластеров. Также до конца текущего года власти республики планируют привлечь 100 миллионов рублей частных инвестиций на реализацию 80 туристических проектов.